такая здоровая. Межа. Вот огород и прокошен. Сразу скажу, хейтеры, идите в жопу. Это мой канал. Сколько хочу, столько я разговариваю. 5-минутного ролика не будет. Все, до свидос вам, ребятки. Так, ну а нормальным мужикам сейчас покажу, расскажу, как все это дело происходило, что делалось, как тестилось. В общем, видос длинный. Смотрите, кому интересно, обязательно пишите комментарии. А вот эти псы, которые бродячие, случайные, заходят на канал и начинают говнокомменты писать. Идите в жопу еще раз. Все, погнали смотреть. Так, друзья. Огород прокошен, очень понравилось, не знаю. Вот здесь, конечно, пыльно, вопросов нет. Ну, ветер сдувает сразу всю пыль. На огородах никого. Один я в поле. Один в поле воин. Вот такие вот дела. Шайтан-машина просто меня порадовала, мужики. Физически вообще не устал, от слова совсем. Вот такие дела. Мужики, всем привет! В общем, установил лапы опорные, лыжи. Колеса не покупал специально. Почему? Потому что вот эти штуки у меня были. Это все с металлолома притянул. Просто кто-то сдал, а я их притянул домой. Вот они пригодились. Труба здесь толстостенная, даже не мерил. Смысла не вижу. Сделал крепление. Вот. И сейчас поеду, заеду в рядок. Посмотрю, хватает ли ширины. Лапы широкие. Проваливаться даже на сырой земле не будет, по большому счету. Ну и останется же, остается стерня, да, какая-то все равно. И она по этой стерне будет просто замечательно скользить. Это не для асфальта, мужики. Поэтому попробую так. Ничего тут слова страшного нет. И в случае чего лыжу отстегну, а сюда сделаю уже поворотное, прямо на эти же стойки, поворотное колесо, также съемное. Либо просто колесо. В общем, разберемся. С этим мы разберемся. Главное, что они уже есть. Сделал брезовичок. Это кардированная резина какая-то. Ну, типа транспортерной ленты, только потоньше. Вот, порезал по 10 сантиметров на всю длину. Тоже кусок у меня был. Эту штуку вот докрасил, красил водоэмульсионкой. А то спрашивают, какой краской пользуюсь. Мужики, любой, какая понравится по цене, по цвету, так то и пользуюсь. Я не привередливый. Это остатки с крана. Это тоже банка другая, черная банка третья. Это об этом можно говорить бесконечно. Так, все, поехал я в рядок. Проверю, хватает ли ширины. Нет, еще раз двину. Здесь сейчас стоит 50, вот так вот, сантиметров. Можно раздвинуть. Нет, не 50. Внутри лыж 50. Здесь стоит 60. Можно раздвинуть на края на 70. Вот как-то так. Так, ну, в рядочек загнал. В общем, что получается? Не знаю, конечно, не видно рядка, наверное. Но тем не менее, все-таки расставил на края. И все это замечательно получается. Как раз вот, как колесо стоит, так и лыжа стоит. Точно так же и там. То есть рядок строго между лапами получается.
Площадь опоры офигенная. Так что можно собирать. Вышину, соответственно, отрегулирую. Но это уже по месту, мужики, по месту. Что еще хотелось сказать? Вот как раз таки цепи до лыжи доставать не будут, что есть хорошо. Вот. Теперь осталось научиться пользоваться всей этой конструкцией. Плавающий режим я покажу, как сделать очень быстро и легко и без всяких там придумываний. Вот. Вдруг кому-то пригодится. Все, погнали собирать аппаратуру. Сначала на прямых цепях попробую хотя бы понять, как это все дело работает, чтобы хотя бы рядок увидеть. Это здесь мало, конечно, травы, а вот здесь побольше, рядка не видно. Пройдусь прямыми для начала, научусь, а потом уже попробую другой рядок поменять, длину цепей. Вот как-то так. Итак, движок поставил, вал поставил, брызговик, мужики, прикручен, и полоса вот так его еще придавливает полностью. Вот, все замечательно. Прокладку заменил, я уже говорил, да, по-моему, или нет? Прокладку заменил, болты были откручены, раз, болт был откручены, под крышкой болт был открученный, и вот этот, и прокладку даванула. Все посадил на красный фиксатор резьбы, так что, мужики, будет все отлично. Это было еще сифонило, на мотоблоке он стоял, ну а здесь уже додавило. В общем, исправил, никаких проблем с этим нет. Вот такие вот дела. Так, лыжи стоят, здесь законтрил. В общем, теперь что нужно сделать? Ему плавающий режим по горизонту, то есть копирование горизонта, чтобы происходило, рельефа. Не только вверх-вниз, но еще и по вот этой вот части. То есть, чтобы трактор сам по себе качался, там балка, рама. А это вся приблуда, шайтан-машина, шла так, как ей нужно. То есть, она встала на лыжи, и все. Если там где-то поднялось, она сама по себе, ее только трактор будет толкать. Вот такие вот дела. Как это сделать, мужики? Очень просто. Сейчас я снимаю вот эти талрепы. 4 такелажные скобы, 2 куска цепи ставлю за место талрепов, и это даст возможность вот этой шайтан машине быть независимой от рамы трактора. Все очень просто, делов тут я не знаю. Здесь 4 винта открутить, 4 винта закрутить, как-то так. Сейчас поменяю, покажу. Это самый простецкий вариант. Так, поставил цепи, мужики, вместо талрепов, и появился плавающий, мужики, режим. То есть, пожалуйста, вот, в одну сторону, ну, это со стороны двигателя, и вот здесь вот, так как раз на движок стоит, полегче. То есть она вот уже будет сама по себе ловить этот рельеф, опираясь на лыжи, да, как вот идет земля, так вся эта конструкция и пойдет. Все. Третья точка ее будет держать здесь, ну, соответственно, там, и толкать ее будет ровно прямо туда, куда нужно. Все, теперь осталось только испытать. Сейчас попробую опустить. Другой неудобно. Во. Все, вот они. Цепи ослабли. Пружина помогает. Все это дело. Вот оно. Стало независимым. Что так, что вот так.
Все, сейчас пружина тут помогает как раз таки, чтобы она мягенько шла. Вот вообще замечательно. Если надо, я еще могу дальше переставить. Лапы пока так. Можно центральным винтом поднимать и опускать. Стоит где-то посерединочке сейчас все это дело. Можно либо закрутить его, она поднимется, либо открутить, она опустится. При этом лапы, вот эти лыжи, да, не обязательно менять им вышину. Сейчас приблизительно поставил, так как у меня стоит земля на рядке, приблизительно. Но сейчас это все дело посмотрю конкретно. Либо подниму, либо опущу. В общем, все по порядку. Но рядок может быть неровный. Сделаю так, как мне нравится. А если где-то землю цепанет, ну ничего страшного. Я знаю, что она отлично будет работать. Все. Погнал я. Сделаю первый прокос. А потом уже покажу конкретно. Может, какие-то еще нюансики будут. Итак, друзья, сделал один проход. В общем, для баланса мотор у нас сколько здесь? Ветер, конечно. 16200 плюс бак. Ну, я, короче, еще накинул сюда 16-килограммовую гирю. Вот, прям на ногу. Вот, регулировал по вышине теперь как надо. Вот, сейчас покажу. Талрепчиком отрегулировал. Все. Цепи, повторюсь, пока прямые. Землю из-за брызговика не кидает, мужики, отлично. Это пыль, потому что достает до этого, до рядка. Специально так сделал. Результат превзошел мои ожидания. Это вот верх рядка, мужики. Ну, остаются, конечно, вот такие вот толстючие, с палец, наверное, толщиной бодылочки. Вот. Повторюсь, цепи пока прямые, еще не делал, длинные не удлинял, чтобы по на две стороны. Сейчас как раз таки рядок чистый, можно замерить, сдать назад, замерить, сколько, на каком расстоянии их опускать. И все, и будет оно бить аж до самой-самой. Вот здесь вот, главное, чтобы повторило этот бугорок, рядок. Лыжи ведут себя офигенно, мужики. Офигенно. Просто капец. Колеса даже не буду заморачиваться. Плавающий режим работает вообще четко. Она вот так как надо ей идет, и все. Лыжа по стерне плывет. Вот по скошенному. До свидос. Вот он. Чистенький, чистенький рядочек. Можно сказать так. Все это граблями загорнется. Ну, не вот такая вот трава. Не такая. Все, сейчас попробую удлинить цепи. Сантиметров примерно около 10. Ну, 10, наверное, много. Звена, наверное, там у меня 6 звеньев. Добавлю еще звена 3, может 4. Сейчас посмотрю. Цепь есть. Цепь — это обычная пятерка, мужики. А то кто-то спрашивает в комментариях, от чего цепи? Да обычная цепь, которая продается в сельхозмагазинах. Вот. Ну, здесь, понятное дело, центр она вот берет ровно столько, сколько они позволяют. Поэтому сейчас сделаем так, как надо. Отличный результат, мужики. Я не знаю. Мне нравится. Видос буду снимать столько, сколько я хочу. Так что недалекие ребятки или залетные, вам огромнейший привет. Буду разговаривать столько, сколько мне влезет. Пока и не надоест. Так, по цепям. Но опять же, это только первый проход. Первый прокос. Разгинает ли звенья?
Звенья как были прямые, я их поставил по ходу движения. То есть цепь бьет вот так. Если она отыгрывает, то она отыгрывает в ту сторону. Пока я не вижу никаких заломов, мужики. Цепь это вот такая, она варена. Она не просто гнутая, она между собой еще сваренная, спаянная на заводе. Вот такие вот дела. Видел, в Ютубе ставят сюда еще шайбы. Но у меня пускай будет щадящий режим, потому что шайбы, конечно, хорошо это усиленные сюда приварить, как молоточки. Ну, пускай пока так. Я только учусь. Все придет со временем, с опытом. Все, сейчас наезжаю в рядок, оставляю какое-то расстояние на бугор, а края делаю длиннее. Я не знаю, сколько тут их сделать. Наверное, вот так вот сюда и вот так вот сюда. Наверное, так. А в принципе, что заезжать? Вот так и сделаю, чтобы оно било до земли. Как раз напротив колес. Где колеса идут, пускай бьет до земли. Вот в таком режиме сейчас выставляю на асфальт. Точнее, там на площадку. И в таком режиме, как есть, опускаю на лыжи. И цепи делаю до земли. Вот и все. Сколько выйдет звеньев там? 3 звена, там, 4, столько и сделаю. Итак, друзья, поставил цепи подлиннее на 4 звена. На 4 звена длиннее. Поставил с одного края 8 штук. То есть 2 в одну, 2 в ту сторону, 2 сюда, 2 туда. Все, 8 штук стоит. Почему не ставил с той стороны? Ну, во-первых, когда прокашиваю рядок, одно колесо идет по борозде, да, там, где между картошкой. Получается, здесь будет добивать до земли. И когда я переезжаю на следующий рядок, то эта сторона уже по прокошенному идет. И смысл, чтобы она там колошматила уже пустую землю, в принципе, не вижу. Пускай они будут такие коротыши. Все это поменялось быстренько. Гайковер, два ключа. Дольше, наверное, отрезал цепи на нужную длину. Сделал их на 4. Вот сейчас они стоят на лыжах, так как я только что косил. И сделал так, чтобы они доставали до земли, мужики. До земли обязательно. Пускай, если что, будут выбивать, выгрызать. Ничего страшного нет в этом. Как-то так. Все, поехал, я попробую. По тому же самому рядку пройтись, чтобы он выбил колею, по колее точнее, траву, которая там осталась, и заеду в новый рядок. Если все хорошо, запилю видосик. Мужики, ну, ветер дует, ничего страшного. Довольно-таки, я вам скажу, хорошо бреет. Если сейчас еще раз пройтись, вообще будет чистюган. Я, впрочем, так и сделаю, потому что трава слишком высокая. Вот, если можно посмотреть, выше сиденья, почти до капота.
Так, наматывает березку, мужики. Нет, поэтому не без этого. Немножко ее здесь обдираю, чуть-чуть совсем, и заново прохожу. Но я не туда-сюда, я с той стороны иду в одну сторону. Мне просто здесь удобнее выезжать, там я просто не... Вот, как-то так. Ладно, еще разочек заедем. О, дрова. Видно, да? Выше крыльев. Вот такие дела. Ну, зато не руками. Конечно, бодылка он здоровая остается, толстая. Но сбивает все. Так, ну смотрите. Вот не поднимаю лыжи. Там лучше лыжка стоит. Спокойно разворачивается, мужики. Спокойно разворачивается. Так как надо. Вот такие дела. А потом, вон они цепи, поднял и все, и заезжаю заново. Вот, мужики, где земля голая, да, пыли много. Но где трава, пыли нет, а вообще. Поэтому, чем больше бурьяна, тем меньше пыли. Вот такие дела. Но это я опустил так, чтобы доставало до рядка. Вот такие дела. Поэтому... Если кому-то не нужно, чтобы доставало, то выше поднял, да и все, и пыли нет. Еще разок проедемся.
так вот, мужики, косит. Не сказать прям, что начисто, но зато какой бурьянец, и его нет. Офигенно, офигенно. Здоровая! Межа! Вон еще одна палка.
выше. Мышки в шоке. Вот поле и готово. Пускай подвянет, потом буду копать и выгребать на выкопанное. Вот, вот еще мышка. Эх, погонял я вас, елки-палки. Как-то так. Отлично. Рядки видно все. Ну, сильно был заросший, очень сильно заросший. Ну вот и все. Огород выкошен. Все это в пылячечке обратно. Вот с последнего прокоса. Ничего не разматывал, вот как есть. Это немножечко березки. Но в основном все чистое, мужики. Все абсолютно чисто. Бьет. Очень понравилось. Разгинает ли цепи? Да нет, не разгинает. Вот как есть, так они и стоят все ровно. Все на месте. Вот, все ровненькие. Вот, как-то так.